Доброго дня всем, уважаемые коллеги. Мы посоветовались кратко со спикерами и решили, что мы очень признательны всем, кто во второй день нашел время, желание, особенно кто по московскому времени и немножко европейскому живет. Вам, как это говорят, респект и уважуха, да? в некоторых программах. Меня зовут Маслёхин Сергей. Буду сегодня моделировать это мероприятие. Тема нашего сегодняшнего, я надеюсь, дискуссии, но не монолога, да, и призываю к обмену мнений в режиме вопросов, появившихся по ходу, в режиме поднятой руки, я буду давать слово. Мы сегодня без микрофона, в принципе, я думаю, слышимость задней ряды. Нормально? Нормально. С вашего позволения представлю наших экспертов. Сегодня нашими экспертами сессии выступают Елена Гоголева, это агентство инвестиционного развития Новосибирской области, наша гостеприимная принимающая страна, возглавляет она департамент по работе с инвесторами. Значит, следующий наш гость справа от меня, через одного человека справа от меня, Ремезов Денис, генеральный директор управляющей компании «Пробизнес Парк», как правильно, Свердловская область или город Екатеринбург? Свердловск — это столица. Да, точно, Свердловская область со столицей города Екатеринбург. Да? А справа непосредственно от меня Алексей Еладов, это у нас агентство инвестиционного развития Иркутской области. Департамент инвестиционных проектов. Рядом, напротив, мужчина Михаил Васильев. Это агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. У нас свердловчане сегодня в президиуме, как это сказать? Доминируют. Доминируют, да, доминируют. Конкуренция тут оставлена. Хорошо, да, надо раз убавлять нас немножко. Заместитель генерального директора по привлечению инвестиций. Еще у нас есть одно вакантное место, которое, надеюсь, сегодня заполнится быстро. Я отвлекаться в процессе не буду. К нам присоединится Алексей Бобов, директор по региональному развитию Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития. Я так посмотрел, у нас сегодня команда экспертов достаточно сбалансированная. У нас есть представители агентств инвестиционного развития, корпораций. У нас есть консультанты, у нас есть частные управляющие компании, так что я думаю, такой экспертный сплав у нас собрался. И еще хочу представить вам Сергей Азизов, руководитель управляющей компании индустриального парка «Левобережный» Ленинградской области. Тоже буду давать слово. У нас еще остались свободные места? Нет. Только стоячие и для поцелуев где-то сзади там. Но если сейчас организаторы нам помогут со стульчиками, то у вас... Можно поставить мой первый слайд? Уважаемые коллеги, мы сегодня хотели для вас некий такой сплав информации, экспертную аналитику, мнение практиков, которые на ежедневной основе, некоторые в режиме 7/24 общаются с инвесторами. Мы хотели сегодня ответить для вас на такие вопросы. В чем, собственно, запрос инвестора сегодняшнего дня? Чего он хочет? Начнем, как бы, что называется, с хотелок, да? То есть какие хотелки у инвестора, что представляется для него важным, на чем он настаивает инвестор, чем готов поступиться в процессе диалога с принимающей стороной, с инвестором. Да? Поговорим о внешнем инвесторе, поговорим о внутреннем инвесторе. Но под внешним чаще всего мы понимаем бизнес, который в регионе данном еще не представлен, не располагает какими-то объектами инфраструктуры,
Бывает так, что это инвестор, приходящий зарубежный, бывает федеральный игрок, который входит в регион, бывает локализация производства. Да? Вот. Хотели бы, кстати, затронуть такую интересную задачку. Дело в том, что некоторые организации государственного развития, корпорации развития, агентства раньше понимали свою задачу достаточно узко. Они думали, что их клиент – это приходящий зарубежный инвестор, да, или российские компании, которые сейчас. Время показало, что это не всегда так, что этот товар, если это можно назвать таким циничным словом, товар штучный, и задача более высокого порядка – научиться работать с инвестором и внутренним, который расширяет свой бизнес на территории под контролем данного государственного органа. Да? И, собственно говоря, портрет и запросы иногда совершенно разные. То есть это расширение, это перенос производства, это какие-то, не знаю, преодоление болезни роста. Да? Это гораздо проект сложнее, более высокого порядка, да? Нежели проект, который заходит с чистого листа в регион, когда ему предоставляется готовая инфраструктура. Да? Я попросил коллег сконцентрироваться и дать свою экспертизу, свое экспертное мнение по ряду, ну вот, извините, так вот набросал очень бегло, да, те факторы, которые называет инвестор, и хотели бы понять, какие релевантные, наиболее важные для, по опыту работы корпорации, управляющих компаний, да, консультантов, и вот как бы на этом сконцентрироваться. Достаточно жесткую задачу я поставил нашим экспертам. Можно сказать, что практически запретил рассказывать на тему, что наши ОЭЗы самые ОЭЗные в мире, что наши ТАСЭРы самые ТАСЭРные в мире, и никакие другие ТАСЭРы не перетасэрят, извините за каламбур, да, наши. То есть мы здесь не будем говорить по большому счету о том, что чаще всего содержится в презентации. Ставки налогов, преференциальные режимы. Мы копнем, ну, по крайней мере, постараемся несколько глубже. Какой же, собственно говоря, прямой и косвенный эффект, и какие эффекты, да, несет вот то, что декларируется государством, корпорациями развития, управляющими компаниями для бизнеса. И, собственно говоря, чтобы преодолевать вот этот вот информационный вакуум и разбираться в той информации, которую преподносит инвестору, я, знаете, сравниваю с таким примером. Вот вроде бы смотришь, да, на презентацию, предназначенную для привлечения инвесторов, она очень напоминает шкалу тарифных планов сотового оператора, любого телекоммуникационного. Но сколько ты реально будешь платить, абсолютно непонятно. Потому что входит в понятие такое трафик. Надо, собственно говоря, на свои ресурсы это все умножить и понять. Я поэтому, собственно говоря, взял задачку такую, в свое время озадачил своих коллег, сотрудников, посчитать. Слава Богу, есть богатый опыт работы с проектами реальными, жизненными, да? Но чтобы, скажем, сравнить условия, мы взяли проект реальный, одного типа, и поместили его в разную среду. Поясню, да? То есть мы взяли производственный проект, один из которых работали, изменили показатели, чтобы не нарушать личную конфиденциальную информацию, да, и чтобы обеспечить сопоставимость этого проекта в разных условиях. Мы сделали такой как бы тест. Мы поместили этот производственный проект в разные преференциальные индустриальные режимы. Мы предположили, что он, допустим, построится в особой экономической зоне. Или возьмет в аренду земельный участок в каком-то муниципалитете и там построится. Или он построится, получит земельный участок у управляющей компании какого-то индустриального парка. Причем мы взяли сразу две вариации. Государев парк, так называемый, и частный парк. Я думаю, вы все специалисты в, ну, в области, в которой мы рассматриваем, вы понимаете, что это разные условия размещения. Частный промышленный парк – это, как правило, тарифы на многое, в том числе и на присоединение, например, к сетям. Да? Потому что инфраструктура частного парка, она строилась за деньги частного инвестора и привлеченные. И они требуют отбивки, возврата. Государственные проекты очень часто предоставляют, ну, практически все, наверное, да, бесплатно, кроме потребления ресурсов. Ну, то есть вход в парк, созданный государством, чаще всего более комфортен. Не надо платить за присоединение. Земля строит, стоит по сравнению с частными проектами на порядке, иногда в разы как бы дешевле. Да? То есть это более такой вход. Сразу могу сказать, я думаю, коллеги все здесь подтвердят,